Здравствуйте, у меня здесь вышла проблема с тем, что не грузит интернет вообще. Вот смотрите, у меня закончился 25 гигабайт основного трафика, да? Бизнес M1 и так далее. Далее, теперь интернет вообще у меня не грузит. Вот смотрите, я вам продемонстрирую. Пишем скорость интернета. Скорость интернета. Так, глобальный тест скорости. Это очень долго, очень долго. Так, ну давайте нажмем начать. Сейчас время 21:31, и вы можете сказать, что из-за того, что вечер, нагруженность и так далее, но на протяжении всего дня вот такая вот проблема ощущается. Сейчас у меня 1.222, пин 15. Так, как он работает? Допустим, теперь в YouTube зайдем. Так, теперь нам нужно Autel 4G. Ну, какой-нибудь, какой поставить, да? Так, вот тоже реклама, да? Вот высокоскоростной роутер. Сколько будет грузиться? Вообще невозможно пользоваться, ну посмотрите сами, сколько уже загружается и все не может загрузиться. Давайте так. Недавно, кстати, я вам писал по поводу Tonix. Tonix вы решали где-то у меня 2 либо 3 недели ушло, чтобы устранить проблему с Tonix. Я думаю, может, здесь устраните проблему. Я понимаю, конечно, вы говорите, что услуга по контракту, получается, по условиям снижается скорость интернета, но не настолько же. Ладно, вы можете сказать, что это 21:30, это вечернее время, все перегружено, но так происходит и на протяжении всего дня. Я с самого утра мучаюсь, абсолютно. С самого утра, я могу и в дневное время записать, точно так же будет. Просто у меня в дневное время не хватает немного терпения, потому что сейчас уже 4-я минута, а это видео все грузится и грузится. Вечером мы хоть поспокойнее себя ведем. Так, в общем, 30-секундный ролик. Сейчас вот начнется, засекем время, когда начинается 21:34 сейчас.
Так, 21:35. Так, 21:35 начинается ролик. 30-минутный. 30-секундный, точнее. Не 30-минутный. Я, конечно, понимаю, что условия тарифа там снижается, снижается скорость, но не настолько же. Тем более, только вчера у меня было 25 гигов, и вот сегодня уже закончился. Так, сейчас минут так 21:36, соответственно, с начала ролика прошло 1 минута. Сначала с 30-секундного ролика прошла минута. Вообще мы включили вкладку в 11:34. Сейчас видео начало загружаться в 11:35. Сейчас у нас время 11. О, не 11, 21:36. Точнее 9:36. Дальше идем. Двадцать 37. Соответственно, раз, два, три минуты. Чтобы посмотреть 30-секундный ролик до половины, то бишь, чтобы посмотреть сколько секунд, 20 секунд у нас было потрачено 3 минуты. Ну, мне кажется, последние, а не первые. Так вот, в общем, чтобы посмотреть 30-секундный ролик, нам потребовалось 3 минуты. Дальше давайте мы зайдем в Инстаграм, чтобы загрузить одно видео. Так. Чтобы загрузить видео, публикация. Давайте мы загрузим видео. Так, мы загрузим вот это вот видео. Вот это видео мы будем загружать. Это, кстати, небольшое видео, это там, это видео 14-секундное, 14 секунд по продолжительность данного видео. Мы дошли до половины, так, в 21:38 начало загружаться видео. Видео 14 секунды, как только загрузится, я об этом покажу. Так, 21:39. Это уже 2 минута пошла. Двадцать один сорок. Это 3-я минута пошла. Загрузка идет, и загрузка идет.
10 минут уже это видео идет. 10 минут 47 секунд, 10 минут 48 секунд. Ну, быстрее загружайся. 30... А, это 14-секундное видео у нас загружается уже. Уже так, третья минута. Третья минута, сейчас будет четвертая минута. А вот четвертая минута, 21.41. 21.41, это уже четвертая минута идет. Так, у меня еще Wi-Fi есть. Я думаю, сейчас может быть лучше сделать так, сравнить, за сколько минут можно будет загрузить то и это. Сейчас я Wi-Fi включу, все покажу. Ну, быстрее. Так, 42 минута. 21. 42. 21, 42. В общем, мне здесь позвонили, запись сбилась и так далее. Сейчас пусть загрузится, ладно. Ладно, я так сделаю. Wi-Fi включу, вот это выключу и покажу, как должно быть. Вот смотрите, две полоски Wi-Fi. Здесь как? Быстро грузится или нет? Так. Вот, смотрите, теперь проведем исследование. Нам нужно посмотреть 30-секундное видео. Посмотрим сейчас. Начинаем в 21.44. Смотрите, вот это вот Wi-Fi от Казахтелекома. Видели? Как должно быть? А у меня в итоге получается как... Так, видео вот это 14 секунды, которое так и не загрузилось.